Продолжая вчерашнюю тему, тема называется «Как перевоспитать женщину. Второе царство». Процесс перевоспитания женщины мужчинам мешает тот фактор, который многие мужчины думают, что между полами существует равноправие. Это стереотип. Это стереотип, навязываемый нам через СМИ, через глянцевые журналы, целью создать матриархат в мире. Мужчины, думайте, где вы видели, что в стране было два президента? В армии были два командира, в предприятии были два директора. Никогда, никогда не был и не будет равноправия. Кто-то должен быть лидером. Лидер не означает, что он унижает подчиненных. Нет. Он, наоборот, он защищает своих подчиненных. В продолжении я расскажу вам, почему мужчина лидер и какая разница между лидером и диктатором. Мужчина должен быть лидером, а не диктатором. Вот так. Благодарю вам. До новых встреч. Не забудьте написать свои мнения в комментариях. Пока.